пятницу в Самарской области переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Плюс 26, плюс 28 градусов днем, ночью 16-18 выше ноля. Ветер северный 1-3, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани облачно, осадки в виде дождя. В дневное время плюс 28, ночью плюс 18 градусов. В северо-восточной 2 метра в секунду. В Тольятти тучи возможен небольшой дождь. Днем плюс 27, ночью плюс 16. В северо-западной 2 метра в секунду. В Самаре переменная облачность. Днем плюс 27, ночью 17 с плюсом. Северный ветер 1 метр в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Температура воды в реке Волга 19 градусов. Геомагнитное поле относительно спокойное.